Поддержка этнических казахов, проживающих за рубежом, граждан, вернувшихся на свою историческую родину. Этим с 13 октября 2017 года занимается фонд «Отандастар», созданный по поручению главы государства. Его представители подписали меморандум о взаимном сотрудничестве с акиматом Северо-Казахстанской области. Вместе они разработают план мероприятий на 2019 год. Это будут образовательные и познавательные летние лагеря, экспедиции по сакральным местам республики, а также курсы по изучению истории, национальных традиций и языка. Делаться это будет для людей, которые выросли за пределами Казахстана и вернулись на родину. Казахское население за рубежом проживает в основном в приграничной части с Казахстаном. В связи с этим местные исполнительные органы, то есть акимат, являются наиболее для нас важными стратегическими партнерами в нашем деле. Надеемся, что наш меморандум станет основой для дальнейшего сотрудничества и будет направлен на поддержку наших соотечественников, проживающих за рубежом, и тех этнических казахов, которые вернулись к нам на свою родину.